У нас договоренность достигнут на сегодняшний день с Матч ТВ, поэтому с ними будем работать дальше. Впервые в нашем регионе, да, то есть все, что связано с доступностью на объект, будет осуществлено по новой системе. Мы ее изучали на опыте наших соседей в Казани, да, то есть все билеты, вот сейчас кто уже абонемент покупает, билеты пока еще в продаже нет, да, я имею в виду на матче, есть пока только на церемонии открытия, но абонемент уже все покупают и видят, что все это персонифицировано, то есть система будет работать так, что... То есть это электронная пропускная система? Да, то есть это электронная пропускная система, вот, соответственно, мы уже практически будем знать на входной части почти всех посетителей, ну, что касается церемонии открытия, это точно, да, всех посетителей наших матчей, с одной стороны. С другой стороны, силовые структуры федеральные, особенно после последних событий, усилили еще раз. Сейчас все объекты спортивные, не только связанные с чемпионатом, дополнительно проверяются, дополнительно предписываются определенные действия, которые нужно сделать. Поэтому мы понимаем всю ответственность, и этому внимание будет уделено как никогда.